Поверь в удачу, сними ролик о даче. Уже во вторник, 29 июня, станут известны итоги июньского розыгрыша «Первый городской дачник». Шансы получить главный приз – садовую качель – еще есть. Однако это не последний подарок. В июле телепроект продолжит радовать зрителей новыми выпусками и презентами. В редакцию канала прислали десятки видео о фазендах и садовых участках. Каждая видеоэкскурсия по-своему оригинальна и интересна. Самого творческого дачника выберет экспертное жюри, которое будет состоять из известных людей Кирова. В душе они тоже любители загородной жизни. Наталья Поздышева, популярный кировский блогер, и Дмитрий Целищев, директор областного дворца молодежи. Чем креативнее будет снятое видео, тем выше вероятность, что его заметят. Телепроект на этом не заканчивается. В июле, августе и сентябре также выберут лучших дачников по версии Первого городского. Если вы тоже хотите, чтобы о вашем оазисе за городом или зеленом уголке на балконе узнал весь Киров, снимайте ролики. Видео присылайте в сообщение нашей группы ВКонтакте «Новости Кирова». Добавим, уже в июле конкурсантов ждет новый приз – надувной бассейн.